Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Сейчас мы продолжаем прохождение игры Medieval. Так, у нас в арсенале есть новое оружие, молот. Ну давайте его и будем использовать. Пугало почти невозможно остановить, поэтому не геройствуй, пытайся заманить их при бегстве. Понятно. От пугал лучше убегать. Вот вы, блин, бешеные фермеры. Опа, опа. Так, что у нас здесь? Только пузырек. Хорошо. Так, ну я понял, что в ближний бой с такой махиной идти не нужно. Ладно. Отдохни, братюнь. А. Так, мы взяли синюю руну. Я уже знаю, куда нам нужно ее использовать. Так, заберем обратно молот. Чик. Так, что у нас в сундучке? Так, ну дубина нам уже не нужна. Поскольку у нас есть молот. Бесконечный и классный молот. Бежим, 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 бежим. Так, у нас тут есть лечилка. Запомним на будущее. Теперь вы ко мне не подлезете. Ай-яй. Отдыхай, братюнь. Я надеюсь, они за мной не полезут. Кулкатура. Лорд Змей жаждет сражаться на твоей стороне, но он схвачен за раком и томится внутри сундука. Освободи этот мощный дух и получи могучего друга. Так, сундук. Хорошо, ищем сундук. О, а вот и сундучок. Как заказывали, но он, конечно, с плохим знаком, поэтому я его на расстоянии открою. Я так понял, это и есть тот змей, про которого нам говорили. Это классно. Эти поля — дом многих сумасшедших машин. Большинство самых странных находится внутри этого. Да. Да давай же. Оп.
Так, у кукурузерки отсутствует деталь. Зубец отпал у этого чуда современного сельского хозяйства, и оно с тех пор не работает. Ясно. Ага, и вот у нас стена. И нам нужно ее пробить. Но для этого нам нужно найти деталь. Ну ладно, постараемся. Если ее смогу я найти. Так, аккуратно. Идем по тропинке. Так, ну туда вперед я не пойду. Там нас ждет чучело. Так, поэтому идем сюда. Так, костер. Ну, костер нам не нужен. Тихо. Так, ну пузырек нам не требуется, да? Так, там кроме пузырька больше ничего нет. Может, ну, деталька? Нет, детальки нет. Хорошо, туда к тому мы не пойдем. Так, мы оттуда вот пришли и пошли сразу туда, да? Все, все правильно. Так, это мы читали. Тут что-то призабыл. Ладно. Поворачиваю уже камеру. Так, аккуратно. Все, идем вперед. Да, блин, сколько вас же в этом стене будет прятаться, а? Опа-на. Ни хрена себе мельница работает. Ну, допустим. Ой-ой-ой-ой-ой. И что тут делать надо? А? Люди, помогите. Нужно успеть вот это все перебраться. Капец, кто ж такое тут построил? Это ж чистый абзац. Так, валим, я не хочу полностью весь круг обходить. И камера не работает, не могу посмотреть, что находится там сзади. Да. Путаю крестик с ноликом. Ну ладно, ничего страшного. Идем вперед. Тут я могу камеру. Нет, и тут я не могу камеру повернуть. Ну ладно. Еще лучше. Кошмар. Кто ж такое придумал? А, тут не наверху, прыгать нельзя. Хорошо. Не сразу я это понял, но ничего страшного. Так, что у нас здесь за испытание? Туда мы не запрыгнем, понятно.
Так, часть ком... О, а вот и наша часть, которую мы так искали. Стоп, это мне что-то первое. Нам нужно обратно возвращаться, что ли? Через все вот эти вот испытания? А вот и выход. Ладно, зрители, подписчики, надо вернуться. Итак, давайте зайдем, посмотрим, что у нас здесь. А, итак, зрители, подписчики, предупреждаю, игра начала что-то терять свое FPS. Поэтому ей не придется сейчас перезагрузиться, но миссию же надо пройти до конца. Так что давайте сейчас мы активируем данную машину и посмотрим, что в ней. Окей. Лечилка. Класс. Кубок мы взять не можем. Ладно, придется искать новых врагов. Ну что ж, я так и не смог взять эту чашу, поскольку врагов на этом уровне больше не осталось. Я всех убил, но 100% у меня, как вы видите, не набралось почему-то. Вот, я в следующий раз попробую переиграть и забрать кубок, ну а сейчас давайте продолжать и идти уже к выходу из данной локации. Так, давайте я сейчас запишусь и перезайду в игру, так как она что-то стала лагать. И тут же продолжим. Да, перезаписываем. И до встречи через секунду. Итак, я снова с вами. Ну что ж, я перезагрузился, теперь все окей. Итак, у нас доступно две новых локации. Ущелье тыков. И еще что-то сверху. Ну давайте, поскольку я сюда зашел, давайте тут и посмотрим, что это за уровень такой. Прикольно, одни тыквы вокруг. Фух. О. Класс, еще и тыквы, еще и кататься там умеют. Ну ладно, сейчас пойдем вперед. Продолжаем. Оп. Какие бешеные тыквы пошли. Ладно, что у нас здесь? Вот так. Так, давайте тогда на секунду вернемся обратно. Я так понял, то у нас был тоже проход куда-то. Давайте глянем, то что в нем.
Где же ты? А, вот ты. Что у нас здесь? О! Вот наша Ируна, которая нам так была нужна. Хе-хе. Так, эта штука мне ничего нового не поведает. Ладно. Чисто случайно заметил. Что у нас здесь? Тайник. И то, что нам нужно. Кубок. Так, но нам почему-то за этих тыков не дают очки. Те, что нам нужны. Вроде бы. А ну-ка. Хорошо. Оп. Давай, 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 бежим, 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 бежим. Так, правда, непонятно, нам что, нам это что-то дало или нет? Просто покрутились и все. Ну ладно. Они считают за врагов, но только крупных тыков. Поэтому давайте их тут всех поубиваем, чтобы не было такого неприятного инцидента, как в прошлом уровне, где я всех поубивал, я все перепроверил. Никаких врагов, кроме этих пугал, не осталось. Но их же нельзя убить. И все, других врагов нет, этих фермеров. Или кому-то, чему-то подобное, такого больше не осталось. Вот. Так что, печалька получилась. Так, еще такие наподобие есть. Конечно. Целая компания. Сорок просыков. Ну, 40 тоже уже неплохо, как вы думаете, да? Так, ну я думаю, тут уже больше ничего такого не будет. Там только мелкие, поэтому давайте пойдем вставим красную руну. И пойдем дальше, а потом вернемся за чашей. Так, стоп, стоп, стоп. А тут у нас что-то есть. Чик-чик. Неплохо. Три процента. Неплохо, но мало.
Эти волшебные грибы идут вверх и вниз. Они могут вознести тебя выше и выше, но будь осторожен, можешь упасть и утонуть. Да, это плохо. Очень плохо. Ага. А для прохода дальше нужно еще и зеленую найти. Руну. Хорошо. Ну давайте попробуем. Тихо. Так же. Пойдем, давайте сюда. Так, ну что, нашли мы то, что нам нужно, да? Или no? Так, теперь давайте обследуем тот проход. Так. Ага. А тут уже нужна золотая. Ну или желтая, ну без разницы. Оп. Ну тогда побежали, побежали, побежали. Так, стен никаких нет. Разрушающих все. 65%. Главное, чтобы 100 было. Мне только это надо. Ух ты, какой быстрый выход. Неплохо. Так, ну теперь идем обратно сюда. И вставляем. Оп. Золотую. Ха-ха. Прикол. Ну давай. Так, что-то еще у нас тут есть. Так, теперь нам белое нужно. Так, давайте, что у нас? Так, давайте еще постреляем. Мы можем полностью уничтожить данное растение, чтобы оно нам как за врага засчиталось. Нет, не можем. Так, хорошо.
не остановит, да? Каких-то несчастных три камушка. Так, это у нас уже выход с уровня. А он нам пока не нужен. Давай, 87. 90. Уже почти близко. Девяносто три. Кошмар. Немножко не хватает. Да. Так, чуть-чуть. Не буду я, по-моему, стрелять. Молоточком. Есть! Фух, кубок теперь может быть собран. Так, все, идите нафиг. Я иду за кубком. Раз-два. Ой. Пардон. На радостях и упал. Но ничего. Тихо. Повернишь ты нормально камеру. Оператор, ты меня слышишь? Поверни камеру нормально. Не, ну ё-моё. Наконец-то, блин, две жидки потратил на это. Ну ничего страшного, найдем огонек и подлечимся. Так, возвращаемся обратно. О, то, что я и хотел. Все. Одного огонька хватило на две бутылочки. Ровно столько, сколько нам и требовалось. Ну ладно, возвращаемся сюда ж, походу, да? Или нет? Так, а вон наша дырка, из которой мы вылезали. Так, значит, теперь ищем проход. Вот он. Раз-два. Теперь можем отправляться в зал героев. А уйдите вы. Все, теперь добегаем до финиша. И все. На этом уровень будет пройден полностью. И к нему я больше не вернусь. Нет, сюда я не пойду. Так, сейчас самое главное назад обратно перепрыгнуть. О, ништяк. Оп. Что, ничего ты мне не будешь говорить? Ну нет, так нет. Выходим.
Зал героев. Идем за очередным подарочком. Да. Промолчал что-то чувачок. Ну ладно. Так, лучнику я уже не пойду, поскольку... Так. Мечник мне сейчас ничего не хочет сказать. Хорошо. Кузнец. Браво, Фортескью. Рисковые парни Зарака хотели бы использовать твою грудную клетку как вешалку. Но я верю, что ты прорвешься и выживешь. Вот, у меня кое-что есть, и я могу тебе дать это кое-что. Не хочешь ли ты получить? Конечно, хочу. Ну, спасибо и на этом. Так. Значит, мне нужно еще задобрить этого мечника. Так, все. Тут нам делать нечего, поэтому уходим. Да. Да, записываем. А хотя нет, отмена. Так, что у нас за следующий уровень? Тыквенная змея. Неплохо. Ну давайте мы на этот уровень уже пойдем в следующем выпуске. А на сегодня все. Всем пока-пока.